У Елены Петровой из Абакана железный гараж рядом с Лермонтова 20. Недавно мэрия расклеила уведомление о срочном переносе конструкции. Но площадку город предлагает только в районе Абакан-Вагонмаша. Для Елены это неудобно и далеко. Она спрашивает, можно ли найти площадку где-нибудь поближе. Как пояснила начальник отдела капитального строительства мэрии Абакана Наталья Дорофеева, город может предложить для железных гаражей только площадку вблизи Абакан-Вагонмаша. Железные коробки – это временная конструкция, и город, выделяя место под их установку, пошел навстречу владельцам. На прежнем месте гаражи на Лермонтова оставить нельзя, так как с ноября здесь начнется строительство новой школы.